Признаки делимости чисел. Всем привет! Добро пожаловать на Schoolman! В этом видео мы с вами выучим основные признаки делимости чисел. Очень часто в школьных задачках, да и вообще, появляются моменты, когда нужно узнать, делится ли число, например, на 15, не выполняя деление. Или узнать, делится ли число на 6, не выполняя деление. В том случае, если мы хотим сэкономить время и определить, делится ли число без остатка на какое-то другое число, можно пользоваться признаками делимости чисел. В рамках школьной программы мы учим 4 основных признака делимости. На 2, на 3, на 5 и на 9. Давайте их сформулируем. Итак, первый признак делимости чисел. Признак делимости чисел на 2. Звучит очень просто. Если число заканчивается четной цифрой, то есть двойкой, четверкой, шестеркой, восьмеркой или нолем, то число делится на 2 без остатка. То есть любое четное число делится на 2 без остатка. Например, придумаем какое-нибудь трехзначное число, которое точно делится на 2. Например, число 256. Заканчивается шестеркой, да, точно делится на 2 без остатка. Двигаемся дальше. Признак делимости на 3. Звучит тоже очень просто. Если сумма цифр числа делится на 3, то и само число делится на 3. Давайте проверим, делится ли число 256 на 3. Для этого необходимо сложить все цифры. 2, 5 и 6. Получаем 13. 13 не делится на 3, значит число 256 не разделится на 3 без остатка. Мы разделим число 256 на 3, получим какое-то число и еще что-нибудь в остатке. А теперь давайте придумаем какое-нибудь трехзначное число, которое точно разделится на 3. То есть подберем число таким образом, чтобы сумма цифр этого числа точно делилась на 3. Например, число 255. Проверим. 2 плюс 5 плюс 5. 12. 12 делится на 3, значит и число 255 тоже делится на 3. Следующий признак делимости. Признак делимости на 5. Звучит так же просто, как и два предыдущих. Если число заканчивается нолем или пятеркой, то это число делится на 5. То есть число 255 точно разделится на 5 без остатка. Ну и последний признак делимости. Признак делимости на 9 формулируется точно так же, как признак делимости на 3. Если сумма цифр числа делится на 9, то и само число делится на 9. Можем сделать вывод, что число 255 не делится на 9, потому что сумма его цифр 12. И число 256 тоже не делится на 9. А давайте придумаем такое число, трехзначное, чтобы оно точно разделилось на 9. Пусть это будет число 855. Проверим. 8 плюс 5 и плюс 5 – 18. 18 делится на 9, значит число 855 точно разделится на 9 без остатка. Используя эти 4 признака делимости, можно сформулировать признак делимости, например, на 6. Так как 6 – это произведение числа 2 и 3, то чтобы число делилось на 6, нужно, чтобы оно одновременно делилось на 2 и на 3. То есть, чтобы число делилось на 6, нужно, чтобы оно было четным, и чтобы сумма цифр этого числа делилась на 3. А как сформулировать признак делимости, например, на 18? 18 – это произведение 9 и 2. Значит, чтобы число разделилось на 18 без остатка, нужно, чтобы оно одновременно было четным, и чтобы сумма цифр этого числа делилась на 9. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии, если что-то непонятно. И пользуйтесь на здоровье признаками делимости чисел. До встречи в новых видео!